Сегодня одесские шахматисты, мастера интеллектуальной игры, организовали блиц-турнир в поддержку акций гражданского протеста. Нынешний блиц-турнир – продолжение общественно-политического проекта наших шахматистов. 13 января команда из трех гроссмейстеров и одного мастера одержала победу в интернет-матче «Киев-Одесса». Турнир проходил по швейцарской системе, несколько туров продолжительностью по 10 минут. Организаторы – гроссмейстеры Михаил Голубев, чемпион Украины 96 года, Андрей Сумец, Николай Легкий и мастер фиде Георгий Содоль. Предложил провести турнир, дабы показать, что майдановцы – это люди не те, которые просто там камнями кидают или палками дерутся с беркутом, а это многие из них – это интеллектуалы. Это те люди с таким мировоззрением и представлением о жизни, которым еще надо некоторым из власть имущих поучиться. Многие шахматисты сразу после окончания игр пошли на Приморский бульвар к Дюку, где каждый вечер собирается одесский Евромайдан. Оружие майданеров – плакаты у всех с собой. В Одессе акция проходит мирно, и до использования настоящего оружия пока не дошло. В перерывах между играми участники турнира обменялись мнениями по поводу общественной политической ситуации в стране. В отличие от сражений на шахматных досках, киевское противостояние власти и оппозиции уже дошло до крови. Чиновникам явно не хватает логики и самообладания шахматистов, чтобы играть по правилам – юридическим и человеческим. В этой ситуации каждый человек должен определить свое место личное в том, что происходит. Потому что посчитать – это не шахмат, это жизнь. И просто каждый человек должен определиться сам для себя, и посчитать невозможно. Просто нужно делать то, что ты считаешь моральным, правильным. Победителями блиц-турнира стали гроссмейстеры Михаил Голубев, Юрий Дроздовский и Николай Легкий. А за победу демократии еще нужно побороться. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».